Приветствую! В этом видео мы поговорим о преимуществах ведения бизнеса в Венгрии. Меня зовут Ирина Яновская, вы смотрите канал компании International Expert, лидера миграционного рынка Европы. Почему многих наших клиентов интересует ведение бизнеса в Венгрии? Первое и главное преимущество – это, конечно, возможность расширить и развивать бизнес в ЕС. Кроме этого, среди плюсов ведения бизнеса в Венгрии – высокие темпы развития экономики, выгодное географическое расположение, низкая стоимость покупки или аренды офисных помещений в сравнении с другими европейскими государствами, а также 85 соглашений об избежании двойного налогообложения. И главное, открыв бизнес, вы получите возможность оформить ВНЖ этой страны в течение нескольких месяцев. ВНЖ Венгрии гарантирует не только право на официальное проживание в этой стране, но и возможность находиться на территории любой другой страны Шенгенского соглашения от 90 дней каждые полгода. Подробнее о процедуре оформления ВНЖ Венгрии я рассказывала в одном из предыдущих видео. Ссылку оставлю в описании. Среди типов организаций в Венгрии наиболее распространены. Первое. Компания с ограниченной ответственностью. Размер уставного капитала 3 миллиона форинтов. Это около 7,5 тысяч евро. Второе. Акционерная компания. Минимальный уставной капитал от 20 миллионов форинтов. Это около 50 тысяч евро. Для регистрации компании в Венгрии клиенту необходимо предоставить варианты названия компании, предполагаемые виды деятельности, документы учредителей, подтверждающие их личность и место проживания, для юридических лиц, регистрационные документы и доверенность представителя. Данные об участниках компании, директорах, размере уставного капитала, объеме ответственности всех лиц компании. Заранее необходимо открыть банковский счет. Сроки открытия 15 дней после присвоения регистрационного номера. К данному счету привяжут депозит с уставным капиталом. Корпоративный счет банк открывает сразу после подписания учредительных документов. Для открытия банковского счета обязательно личное присутствие директора компании. Законодательство Венгрии требует внести не менее половины уставного капитала до регистрации предприятия. Одним из самых простых и популярных форм ведения бизнеса в Венгрии является индивидуальное предпринимательство. Однако, стать частным предпринимателем в Венгрии возможно только в том случае, если у вас уже есть ВНЖ, ПМЖ или гражданство этой страны. Важным преимуществом ведения бизнеса в Венгрии является низкая ставка налогообложения на прибыль по сравнению с другими европейскими юрисдикциями – 9%. Налог на дивиденды, роялти и проценты при выплате юридическим лицам – 0%. Налог на дивиденды для физических лиц – 15% с возможностью уменьшить его до 1,5% при наличии двусторонних договоров об избежании двойного налогообложения между Венгрией и страной проживания бенефициара. Муниципальный налог LBT от 0 до 2%, ставка НДС 27% за исключением льготных видов деятельности. Одним из наиболее популярных видов предпринимательства в Венгрии является гостиничный бизнес, поскольку Венгрия – туристическая страна. Кроме этого, здесь весьма популярна строительная индустрия, текстильная, горнодобывающая, фармацевтическая промышленность. Сельскохозяйственный сектор тоже стабильно развивается. Всегда актуальной является сфера продуктов питания, а также виноградарство – одно из наиболее перспективных направлений бизнеса в Венгрии, поскольку в 22 провинциях страны выращивают винные сорты винограда. Венгрия – очень многогранная страна, поэтому каждый может найти для себя свою нишу. Однако, если у вас нет конкретного бизнес-запроса или идеи, но есть желание оформить ВНЖ Венгрии в краткие сроки, то специалисты компании International Expert помогут вам в этом. Одним из наиболее простых способов является покупка доли венгерской компании. Срок оформления ВНЖ Венгрии займет всего 3-4 месяца. Для того, чтобы узнать подробности этой процедуры, обращайтесь к юристам компании International Expert. Переходите на сайт компании по ссылке в описании, и уже в ближайшее время с вами свяжется миграционный специалист компании для проведения индивидуальной консультации. Ставьте лайки, пишите свои комментарии, а также жмите на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых выпусках. С вами была Ирина Яновская, увидимся на канале компании International Expert.